Пещера Таврида открыта была в 18 году. Конечно же, для меня было это открытие удивительным. В предгорном Крыму найти такую красивую, большую пещеру. Это необычно. Мы сейчас сделали из нее не просто какая-то пещера, которая исследована только для специалистов, а это и научный, и образовательный центр, и, естественно, рекреационный, то есть для туристов. Где-то вот в этом районе был вход в пещеру природный, в которой в течение 300 тысяч лет, с 1 800 000 до 1 500 000 лет назад, жили звери. Любое логово хищника. Причем хищники были разные за этот период, за длительный период. Были два вида пещерных медведей. Саблезубые кошки. Не саблезубые, а саблезубые кошки. Были гиены, гигантские гиены. Были волки, лисы. В общем, кого только не было. И они все кормили своих детенышей. Скопилось порядка 100 кубометров костных останков. Пещера находится в так называемой Крымская шовная зона, где горный Крым приподнимается, и на стыке горного Крыма и равнинного Крыма находится эта пещера, и есть потоки глубинных флюидов, как раз те, которые, ну, возможно, глубинные флюиды, мы еще до конца-то не исследовали, то есть несколько теплее. Температура в пещере плюс 13 градусов, постоянно, круглый год, то есть очень комфортная температура для посещения.